С кавказским колоритом персональная выставка Наили Гандиловой «Супруги посла Азербайджана и Беларуси» откроется сегодня в Национальном художественном музее. В экспозиции 54 картины о чувствах, природе родной страны и красоте азербайджанских девушек, жизни. Прежде чем сюжет воплотился на холсте, мастер воплощала его в стихах. Их целый сборник. На полотнах запечатлены белорусские мотивы, автора впечатлили праздники купалья и дожинки. Или впечатление от праздника урожая, то есть как вы готовились вообще как в Беларуси вот к уборке, как насколько ответственно, когда мы сеем и что-то в жизни и потом это пожинаем. То есть этот закон сеяния и жатвы, он существует не только в области вот сельского хозяйства, можно сказать. Да, и вот я нарисовала вот белорусский мотив. На создание этой экспозиции Наиле Гандиловой понадобилось полтора года. Почти все картины нарисованы в Беларуси.